нас небольшое интервью с Мартой Пановым. Она является членом сборной Эстонии среди девочек по 2006 году. А сама Марта у нас какого года? 2007. Марта, ну, расскажите немножко о сборной. Как, ну, нравится вам там, нравятся ли тренировки? Да, все нравится. А тренер как там нравится? Тренер девушка у вас или мужчина?